Здравствуйте, проходите. Вот здесь мы живем. Ты всегда была вот такая? Да, я всегда была в теле. У меня, как сказать, родословная, можно так сказать, кость широкая. Вот, но это все отговорки. Очень, знаете, как печально, когда ты приходишь в магазин, и ты понимаешь, что висит такая кофточка милая, а последний размер 50, а у тебя 56. И ты думаешь, вот блин. Зима прошлого года, поверьте, она на мне сходилась вот так. Сейчас, видите, да? Можно раз и два. Что не устраивает твою? Да, я знаю, что их не устраивает. Все устраивало. Я для своих друзей всегда была подружкой, пацанкой, понимаете? Мне было с ними удобно, им с ними, со мной было хорошо, потому что я могла с ними говорить на любые темы, про машины, про футбол. Вот может быть. А сейчас настал тот момент, когда хочется все-таки быть девушкой. Все мы мечтаем о том белом принце на черном коне или о наоборот. Да, конечно же, мечтаю о белом платье, я мечтаю о маленьком домике, в котором будет много счастья. Это семья, детки. И... рубашечку только из этих красивых, она, кстати, на фотографии висит, это мешочек, это... Да. Чипсики, сухарики, будем так говорить, пивасик иногда, надо это себе сдать. Катюша, я тебе желаю удачи, у тебя все получится, все, только вперед, дай пять.